Каждый ребенок знает, что Новый год – это волшебное время, когда исполняются желания и мечты. И, конечно, самое большое детское желание – это увидеть настоящего Деда Мороза и получить из его рук подарки. Оно исполнилось для 300 малышей с ограниченными возможностями по здоровью и из малообеспеченных семей. В роли волшебников выступили представители Общероссийского народного фронта. Среди гостей чудесного красочного праздника – 4-летний Егор и его мама, которые были рады приглашению. Мы хотим выразить большую благодарность администратору города за этот замечательный праздник. Мы эту елку ждали очень давно, Егор, скажи. Да. Дед Мороз замечательный, актеры были тоже хорошие, дискотека хорошая была. Да. Тебе понравилось? Да. Спасибо большое. Общероссийский народный фронт ежегодно проводит всероссийскую акцию «Новогоднее чудо». В этом году артисты из ДК «Заря» и активисты-общественники приготовили для малышей праздничную программу с песнями и танцами. А после традиционного хоровода с Дедом Морозом вокруг елки, детей и их родителей ждал музыкальный спектакль «Палитра новогодних чудес». Традиционно мы проводим вот уже 5-й год данную елочку, с каждым годом принимает все большее количество детишек и ходит с хорошим настроением. Здесь дети собрались с ограниченными возможностями и дети социально необеспеченных семей. Я думаю, у них и так в жизни немного радости. Ну, хочется внести лепту, чтобы детям было тепло, радость на душе. После спектакля, по традиции, все дети получили сладкие новогодние подарки. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров. События.